Привет, я Элли Ди, и сегодня пятница, а значит, это день розыгрыша. Сегодня мы подведем итоги прошлой недели, но сначала я объявлю новый розыгрыш. Это уже 8-й по счету розыгрыш, а все начиналось с розыгрыша обычной игрушки. Сейчас же я немножко увеличила и призовой фонд, и то, что получает непосредственно победитель. Теперь же то, что получает победитель, не дешевле 1000 рублей. Поэтому, если вы выбрали, например, футболочку, я обязательно в разговоре с вами узнаю, что бы вы хотели еще, или чтобы было хорошо для вашего питомца, и обязательно добавляю в вашу посылочку. И еще, конечно, вы получаете от меня письмо, и доставка, конечно же, бесплатно. Помимо этого, я добавляю на этой неделе еще дополнительные призы. Давайте посмотрим. Я добавляю на этой неделе еще и целый набор для кошки или кота. Так что владельцы кошек могут теперь участвовать и получить классный приз, а именно набор из 4 предметов для вашей кошки, 3 игрушки от Триол и мячик мятный. Также я добавляю еще и призы для собак. Это набор будет от Natural Food for Dogs. Супер вкусняшек, просто невероятные деликатесные лакомства, 2 пачки. Это сушеная говяжья вырезка и сушеная куриная грудка, а также смесь для приготовления, для сбалансированного питания. Если вы кормите вашу собачку натуралкой, вы неизменно это оцените. Рецепт приготовления с этой смесью уже есть внутри. Победитель прошлой недели выбрал костюмчик чертика, и в дополнение к этому я добавила еще и синие калоши. Поэтому все остальное у нас переходит на следующие розыгрыши. Соответственно, к тем призам, которые я уже сейчас вам показала, еще добавляются и разные рулетки, например, для собак. Они абсолютно для всех, и для маленьких, для крупных собак, средних, на тросе, на ремне. Подберем под любую собачку. Также есть ботиночки для вашей собаки в 2 вариантах, кстати говоря. И еще 2 набора лакомств. По 3 упаковки в каждой. Помимо этого, не забываем, что наши собачки любят играть, поэтому вы можете выбрать еще и классные игрушки. Это индюк, это птичка, это суслик. А еще веселая одежда для ваших собак – это футболка, толстовка с пандой и еще 2 костюмчика. Кстати, подробные размеры фотографии можете найти в посте, в самом посте розыгрыша, там вся информация есть. И еще 2 зимних костюмчика для вашей собаки, прям вообще на уютную и теплую зиму. Ну а если у вас ни собака, ни кошка, а аквариум, как у меня, то вам, конечно, понравятся те декорации, которые я подготовила для ваших аквариумов. Все это от Лагуны. Здесь несколько наборов по 4 предмета в каждом на выбор. На фотографиях можете посмотреть. Я думаю, вашему аквариуму это придется по вкусу и очень будет красиво смотреться. Если вы хотите что-то выиграть, вы можете принять участие в нашем розыгрыше. Каждую пятницу он проходит. Что нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша? Все очень просто. Конечно, вы должны быть моим подписчиком, потому что только для моих любимых подписчиков я устраиваю такие розыгрыши каждую пятницу уже на протяжении многих недель. Вы должны поставить пальчик вверх этому видео, а также зайти в нашу группу ВКонтакте по ссылочке в описании под этим видео. Вы должны вступить в нашу группу, быть участником. Будьте, кстати, там активными, у нас там очень интересно, и я помогаю там всем, отвечаю на вопросы. А помимо этого, вы должны найти пост, который висит в шапке нашей группы, сделать его репост к себе на стенку и обязательно закрепить. Итоги этого розыгрыша мы подведем 21 октября, ровно через неделю, в пятницу. Ну а сейчас мы должны подвести итоги прошлой недели и узнать, кто же выиграл посылочку от Элли Ди с подарками для своего питомца. Вот наша группа, по ссылочке в описании вы можете перейти в нашу группу, а вот пост, который у нас размещен и закреплен в самом верху группы. Я уже скопировала на него ссылочку, и мы отправляемся с вами в наше приложение, которое помогает определить победителя рандомно. Я нажимаю кнопку «Далее», и мы узнаем, какое количество игроков будет в этот раз, сколько будет участников. Так, давайте посмотрим, какое сегодня число вообще у нас. 14 октября 2016 года, а время 16:28. Пятница, день розыгрышей, как вы помните. Так, более 2500 репостов участников. Кстати, после того, как мы выберем победителя, мы должны будем зайти на его страничку и проверить страничку на выполнение всех условий нашего розыгрыша.
Так, 3847 репостов участников. Это далеко не все. Давайте посмотрим хотя бы, кто здесь есть. Лиза Грубникова, Ксения Шувалова, Аленка Зайцева, Алина Солдатенко, Арина Кондраткова, вот, Таня Примак, Мария Салтыкова. Вам большой-большой привет. Вот так, вы у меня тут есть прям в самом начале, оказывается. Желаю и вам, и всем остальным участникам удачи. Пусть сегодня она реально кому-то улыбнется. Ну, нажимаем кнопочку «Выбрать победителя», барабанная дробь. Алина Ольшанская. Так, давайте зайдем на страничку Алины. Так, пост не закреплен, и нашего поста вообще нет, точнее, есть, но он не закреплен. Условие, одно из условий не было выполнено, поэтому мы должны вернуться в наше приложение и еще раз нажать кнопку «Выбрать победителя». Будьте внимательны, все условия должны быть выполнены верно, чтобы было честно. Итак, барабанная дробь, я нажимаю кнопочку, все опять нервничают. Анна Вайс. О, кажется, Джек Рассел Терьер. Давайте-ка зайдем на страничку Анны. Так, запись закреплена. Отлично, это настоящая страничка, очень много фото, разные видео. Так, кажется, реально есть Джек Рассел Терьер. Давайте проверим, является ли Анна участницей нашего сообщества ВКонтакте. Так, вот наше сообщество, вот они наши... Ой, секундочку, немножко не туда зашла. Участники. Вот поиск по участникам. И давайте проверим. Да, Анна является участником нашего сообщества. Она выполнила все условия нашего розыгрыша. Соответственно, Анна Вайс является победительницей. Поздравляем Анну, и я ей напишу. Обязательно подписывайтесь на канал и участвуйте в розыгрышах, потому что удача непременно улыбнется тому, кто в нее верит, друзья мои. Увидимся скоро!